Здравствуйте, сегодня день, когда я смогу надеть форму. Я собираюсь в школу на церемонии поступления. Моя мама и папа тоже придут. Я начинаю нервничать. Из-за меня Хёны совсем вымотаны, но я позвал их всех. Чангука, что у тебя там в портфеле? В моем портфеле это все книги. Так много времени прошло с тех пор, как я ходил в школу. Думаю, 3 года прошло. Где Чунгук? Чунгук, он вон там. Это так мило, когда видишь его там. Чунгук, ты наш милашка. Думаю, он просто ребенок. Я хочу в школу. Я тоже, внезапно. Серьезно. Чунгук, вон там. Я не знаю почему, но это захватывающе. Он красивый, серьезно, реально. Я горжусь им. Чонгуки действительно даже не взглянет на нас. Иди поговори с остальными. Поболтай с друзьями. Чонгуки, что не так? Иди поговори со своими друзьями. Я хочу съесть кое-что. Мы здесь, чтобы поесть черной лапши. Мы должны усердно работать без остановки, так что я угощаю. Чангуки накормил нас!